за аминок не было? Ну, за рапоху, реально. Да, блядь. Только можно не курить, пожалуйста? Да. Попозже. Да, ничего ты тебе запросишь. Да, вот типа... Просят к Милане. К Милане хотят. Кто? Они. Чат. Поговори, поговори. Так же поговори. Тем временем поговори. Ну, читают. Го обзор на Милану, чат, сделать вам? Какой обзор, блядь? Ты очень красивая. Да ну, общайтесь, что вы чат читаете? Общайтесь, расскажите что-нибудь, блин. Ну, хуйню пишет тоже. Хуйню пишет тоже. Что пишет? Так, чат, секунду. Милану? На скале Милану. Обзор? Ну, это же все тогда сказали. А что нам не придется? Ну, все. Да тут это 0,5, посмотри, как далеко. Реально. Сколько стоит ваш мод, ребят? Рассказывайте, давайте. Драгони сколько стоит? Драгони сколько стоит? Бесплатно драгони. 10 тысяч джинсы стоит. Но тебе бесплатно достались, драгони, да? Драгони бесплатно. Кроссовки 40 мы заказывали, потому что их нет в России. Ну, вот эти вот. 70. 70? 20. Вот этот 40. Вот это вот бесплатно. Футболочка Бёрбери. Ну, 1040. Очень круто. Очень круто. Как вам Стамбул? Кайф. Не очень. Почему? Я не очень люблю Стамбул. Я хочу. Как вы прокомментируете то, что 3 дня вы вышли 2 раза на улицу и просыпаетесь в 4 часа дня? Мы кайфовали. Дня? Каким образом? Но, у нас друг проблемы друга? Со сном, да. А друг друга кайфовали? Это же да. Конечно. А в Москве не кайфуется, в Стамбуле? Я вообще из Питера. Спасибо. Спасибо. Спасибо.